В контексте подготовки к соревнованиям меня и моего бриара я решила записать несколько видео, особенно для тех, которые считают, что большая собака это априори очень классно работать и очень здорово, и мы не понимаем, что такое сложности владельцев маленьких собак в контексте сдвинуть стадо или повлиять каким-то другим образом. И я буду снимать небольшие кусочки тренировок с большой лохматой гавкающей собакой. Вы просто сможете оценить, как это весело и непросто. Бриар на выпасе. Ну, собственно говоря, овцы, конечно, на выпасе, но вот. Зарисовки на тему. Я бриар, мои овцы и комары. Ариш любит аутраны. Он в душе очень считает себя бордером. Ари! Привет. Ари, обойди. Обойди, 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 давай. Обойди. Обойди. Сид. Ариш, молодец. Сегодня первая тренировка Ариш с овцами. После большого перерыва. Вот. Соответственно, очень много драйва и азарта. Обычно в начале тренировки я им разрешаю показывать максимум своего бриарского инстинкта. Но на первой тренировке у нас движение стада еще не получается реализовать. У нас получается реализовать только пробегание стада сквозь марину. Ну вот так-то легко научиться двигаться с бриаром и небольшим стадом. У нас тренировки делятся на те, которые, как я говорю, мы работаем на инстинкте, и те тренировки, когда я требую жесткого послушания. Особенно это в работе с снарядами. И часть тренировок обязательно это на инстинкте, когда я практически не вмешиваюсь в то, что он мне предлагает. Конечно, если он будет делать глупости, он будет остановлен от этой идеи, но в целом сегодня как раз тот день, когда он может предлагать. Я смотрю на решение задач, которые я ставлю, как он справляется, грамотная эта идея или неграмотная. А сегодня у нас стадо, скажем так, специально есть откровенно упертые и медленные овцы. На видео хорошо видно, как когда же он на них именно лает, что они его игнорируют, продолжают есть траву, когда собака к ним приближается. И есть откровенно пугливые овцы, которые очень активно движутся.
Его задача топтаться за крайними тяжелыми овцами, которые, скажем так, опаздывают. Вот он сейчас должен сдвинуть вот этих вот кошелок, которые там едят. Вот, видите, сердится. Почему? Потому что они не двигаются. Он там пляшет, пляшет, а они не особо подвигаются. Поэтому начинает, видите, лаять и бить плечами. Вот, видите, он так плечом ее толкает, эту крайнюю, потому что она не реагирует на его... Видите, сигналы, которые он едает, а там, что ей пора подвинуться. Потому что стадо уходит. Последние штрафы у нас с ним были как раз за то, что вот он очень мягок был с одной упертой овцой в нашем стаде. И после этого выступления я занималась тем, что заставляла его приводить именно одну овцу. Одну какую-нибудь тяжелую упертую овцу, заставляя его именно ее приводить. Я вот вижу, что время даром не было потрачено. Он все-таки становится за крайними. Нет, видите, уже отрезал, устал. Вот. Я не разрешаю ему отрезать крайних тяжелых овец, заставляю с ними работать. И вот это мы все еще кружим. Попытки начать движение. Движение в позиции на 12, но у нас пока это не получается, поскольку стадо, часть стада реагирует на него очень активно и все время бежит, и часть стада, видите, не реагирует, даже если он по ним прыгает. Я уже не говорю о том, что он там будет кусать, потому что кусать запрещено однозначно. И вот он должен пытаться решить проблему другим способом. Вот это наша любимая овца. Это овца приз от судьи. Потому что она хорошо показывает способность собаки или неспособность управлять стадом, двигать стадо, двигать тяжелых овец, удерживать стадо вместе. Вот, у нас сейчас была какая-то попытка пройти все-таки позицию на 12. Но пока еще не та скорость, на которой можно выступать. На этой скорости можно только перегонять мне стадо на выпас. Но выступать на такой скорости невозможно, потому что, в принципе, не готов никаким поворотам, углам, дорогам, началом снарядов. Пока вот только овцы перестали пробегать сквозь меня, слава богу. Уже 7 минут мы пляшем. Вот только-только мы наконец дошли к тому, что я могу двигаться впереди. И наконец овцы хоть немножечко, видите, появилось расстояние от меня до стада. Все, они перестали пробегать сквозь меня. Оп! На этом счастье остановилось. Я напоминаю, что это одна из тех мотивационных тренировок, когда я худею, я много двигаюсь, мы с овцами худеем. А Ариш пытается реализовать свой сильный пастуший инстинкт в бриарском стиле. Это быстро и радостно двигать овец. Желательно с максимальной скоростью с пункта А в пункт Б, минуя все препятствия. Почему я делаю такой шаг в сторону собаки? Для того, чтобы она получала удовольствие от процесса. И я действительно работала на инстинкте, не просто передвигалась, как какой-то восстановочный объект, который просто идет за овцами и периодически их куда-то поворачивает, а чтобы он все-таки используя свой инстинкт, свое желание управлять стадом, идти
идеи, которые у него есть в голове, можно было реализовать на соревнованиях на пользу. О, меня задавили. Я специально сняла такое длинное, нудное видео с тренировки, чтобы можно было понять, что... Пускай не кровью, но трудом и потом такие дается сбалансировать желание собаки. Сильно, сильно влиять, сильно владеть стадом, двигать его с большой скоростью и возможность управлять собакой. Потому что, скажем, наши самые большие баллы с Аришем, 97-99, были набраны, когда он был практически полностью в послушании. Тогда овцы очень хорошо слушаются и двигаются с маленькой скоростью, и очень точно можно проходить снаряды. Но все-таки к третьей категории я его немного отпустила, для того, чтобы он был не зажат послушанием, а больше понял задачу, что мне надо. И с помощью инстинкта, без борьбы с моей стороны и без усилий, мы наконец могли друг друга понять и те задачи, которые нужно реализовывать и на ферме, и на соревнованиях. Он мог делать и был помощником, а не драконом, которого все время надо сдерживать, кричать, тормозить и практически исключать из процесса на поле, чтобы овцы чувствовали себя комфортно. Сейчас видно, что овцы успокоились, собака успокоилась. Вот, мы наконец бросили скорость. Наконец мы все начали поспокойнее двигаться. Стало больше похоже на выпас, действительно. А не на бег с препятствиями. Ай-яй, забери, пожалуйста, мне всех. Вот. Хорошо. Сит. Сит. Спасибо.